Так-так-так, у нас не работает счетчик времени, испортился приемная антенна и не работает монитор отображения параллельных миров. Тыква будем использовать как основное перемещаемое физическое тело. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу и украсим бантиком, для того, чтобы жители других миров не испугались. Так-так-так, у нас не... Бин, ты знаешь, когда была гроза, мы с ежиком оказались в машине перемещения. Потом была молния, и мы стали пластилиновыми. Майн гот, значит, она все-таки работает. И параллельные миры существуют. Отличное изобретение, но пользоваться им надо осторожно. Это устройство похоже на печатную машинку. Дверь в домик Каркарыча открыта. Каркарыч вернулся в свой домик. Карыч любит играть в домино. Пин приземлился и теперь чинит машину перемещения. Это хорошие новости. Интересно, что же надо для починки машины перемещения? Для починки машины перемещения нам понадобится зеркало. Зеркало? У настоящего артиста в гримерной всегда должно быть зеркало. Но если у меня будет моя фотография, то я могу отдать вам зеркало. Но если у меня будет моя фотография... Фотография готова! Великолепно! Домино — это... сказал, что нам нужна тыква для перемещения в параллельный мир. Мы обязательно вернем ее обратно. Ох, чего вы только не придумаете. А где можно взять тыкву? Сейчас вырастим. Секундочку. Большая тыква для испытания. Thank you.
попросил индикатор времени для починки машины перемещения. Конечно, у меня где-то есть такой. Счетчик времени и пространства. Очень похож на неработающий счетчик от машины перемещения. Домик. Сказал, чтобы провести правильный эксперимент отремонтированной машины, нам нужно найти розовый бантик. Мой розовый бантик? Давай с тобой поменяемся. Ты нам розовый бантик, а мы... А что вы можете предложить? Мне нужно что-нибудь розовое в обмен на розовый бантик. Мы можем предложить тебе покрасить забор. Можно немного розовое. Будет покрашен, можно обменяться бантиками. После того, как мне нужно что-нибудь. Ю-ху! Ёжик боится испачкаться в розовой краске. А теперь немного займемся дизайном. Все сделано! Спасибо! Так здорово! А розовые бантики у меня еще есть! Нюшин бантик для Пина. Ух ты! Сказал, что для пробного запуска отремонтированной машины перемещения понадобятся чернила. Мои чернила? Я могу дать их вам на время, пока я сплю. Да не волнуйся, Бараш, мы что-нибудь придумаем, чтобы твой дневник высох. Спасибо, Крош. Нам пока не нужна чернильница Бараша. Может быть, мы вернемся за чернильницей позже. Крош и ёжик скоро принесут высушенный дневник.
крошей ежик. Скоро принесут высушенный дневник. Правда, что ты хранишь рецепты на все случаи жизни? Да, рецепты — вещь полезная и нужная. Пин попросил нас принести ему большую тарелку. Может быть, у тебя такая найдется? Большая тарелка? Да, была где-то такая. Большая тарелка – полезная вещь, и когда варенье делаешь, и когда машины перемещения чинишь. Большая тарелка Савуньи в хозяйстве пригодится. Нам пока не нужна. Ю-ху! Ю-ху! Бараш очень любит свой зонтик. Бараш, извини, нечаянно. Ничего страшного. Но у меня промок мой любимый дневник, и я не могу заснуть без него. Бараш, я знаю, как высушить твой дневник. Мы быстро. Спасибо. Буду вас ждать с дневником. Ёжик аккуратно повесил дневник на веревочку. Надо немного подождать, пока дневник Бараша высушится на свежем морском воздухе. Дневник высох. Все стихи Бараша остались в целости и сохранности. Дневник высушен. Thank you.
Ёжик высушил твой дневник. Сушкой дневника занимался ёжик. Спасибо. Наконец-то Бараш получил свой дневник. Мы высушили твой дневник. Спасибо. Ля-ля-ля. Теперь Бараш может спокойно уснуть. Чернила Бараша. У нас получилось! Мы собрали все детали! Айн момент! Сейчас отремонтирую! Скоро мы все починим! Очень полезный для Пина предмет! Отлично! Вот, тыква, чернила и даже бантик есть. Пора проводить эксперимент. Проходите внутрь машинных перемещений. Машина перемещения работает. Надо провести экспериментальное перемещение. Для тыквы нужен другой предмет. Крош талантливо разукрасил тыкву. Крош уже разукрашивал тыкву. Ёжик аккуратно прикрепил бантик к тыкве. Ну что ж, все готово для испытаний. Проверим. Шлемы – это важная часть устройства. Значит, Крош и Ёжик из другой СМЭ вселенной тоже вернулись домой! Вы вернулись как раз вовремя! У нас... Регулируем громкость. Вы действительно хотите выйти из игры? Бонусы. Секретные материалы. Кар-Карыч. Артист в самом широком смысле этого слова. Он старше многих смешариков, что делает его более значительной личностью. Бонусное меню.
главное меню. Вы действительно хотите выйти из игры? Пока!